Renault Megane 2014 года, 1,5 дизельный мотор, 8300 долларов, 165 тысяч пробега, механика, текстильный салон на легкосплавных дисках. Дальше Ford Galaxy, 2014 год, 1.6 дизельный мотор, 12200 долларов, 187 тысяч пробега, 7-местная, тоже механика, текстиль, на легкосплавных дисках. Renault Kangoo, 2016 год, 1.5 дизельный мотор, 9950 долларов, 159 тысяч пробега, механика, текстиль. Opel Zafira, свежепригнанная, 2008 год, 1.6 бензин-газ, 7 тысяч долларов, 203 тысячи пробега, 7-местная, механика, текстиль, на дисках. Citroen C5, 2010 год, 1.6 дизель, 7600 долларов, 290 тысяч пробега, механика, текстиль. Шкода Фабия, 2010 год, 1.2 дизель, 5700 долларов, 190 тысяч пробега, механика, текстиль. Большинство машин в бедной комплектации, на железных дисках, стоят колпачки. Dacia Logan, 7-местная, 2011 год, 1.5 дизельный мотор, 6500 долларов, 256 тысяч пробега. Тоже механика, текстиль. Seat Leon, тоже свежепригнанный. 2014 год, 1.6 дизель, цена не указана, 176 тысяч пробега. Opel Astra на транзитах, 2010 год, 1.7 дизель, 178 тысяч пробега, цену не указали. Mercedes А-класса, 2006 год, 1.7 бензин, 5500 долларов, 221 тысяча пробега. На железных дисках стоят колпачки. Volkswagen Jetta, 2011 год, 2-литровый дизель, 9200 долларов, 185 тысяч пробега. Автоматическая коробка, кожа. Из Америки автомобиль. Dacia, 2007 год. 1.4 бензиновый мотор, 3700 долларов. 166 тысяч пробега. Механика, текстиль. Volkswagen Golf. 2000 год, 1.4 бензин, 400 долларов. Все тоже бедненько. Renault Megane. 2014 год, 1.5 дизель, 8850 долларов.
Hyundai Tucson, 2008 год, двухлитровый дизель, 8850 долларов. Коробка автоматическая, салон комбинированный, по бокам кожаные вставки, в центре текстиль. Opel Astra H, 2006 год, 1.6 бензин-газ, 5850 долларов, 220 тысяч пробега, механика текстиль. Citroen C5, 2008 год, двухлитровый дизельный мотор, 7500 долларов, 220 тысяч пробега, тоже механика, текстиль. Renault Kangoo Maxi, 2011 год, 1.5 дизель, цена не указана. На железных дисках. Peugeot 308, 2015 год, 1.6 мотор, цена не указана. Volkswagen Passat в универсале, 2008 год, двухлитровый мотор, 8350 долларов, 187 тысяч пробега, коробка автоматическая, салон текстильный. Peugeot 308, 2011 год, двухлитровый дизель, 8500 долларов. 187 тысяч пробега, автоматическая коробка, текстильный салон, панорамная крыша. Шкода Суперб в седане, 2008 год, 1.4 бензин, 9300 долларов из Германии. Рено Клио. 2016 год, 1.5 дизель, 8900 долларов, 149 тысяч пробега, механика, текстиль. Volkswagen Passat в седане, на хороших дисках. 2015 год, Sportline, 15500 долларов. Текстильный салон, 175 тысяч пробега. Renault 2011 года, двухлитровый дизель, 8400 долларов, 240 тысяч пробега, автоматическая коробка, сиденье комбинированное со вставками. Renault Megane, комплектация Boss, 2011 год, 1.5 дизель, 8000 долларов. Nissan Qashqai, 2011 год, 1.5 дизель, 10850 долларов. Механика, текстиль. Opel Zafira, 2010 год, 1.7 дизель, 7600 долларов, 170 тысяч пробега. Тоже салон простой, текстильный. Nissan Qashqai, 2010 год, 1.5 дизель, 10650. Салон простой. Peugeot 5008. 2012 год, 1.6 бензин, 8850 долларов, 127 тысяч пробега. Toyota RAV4, 2010 год, 2.2 дизель, 13300 долларов, 230 тысяч пробега, автоматическая коробка, салон текстильный.
Volkswagen Touran, 2011 год, 2-литровый дизель, 12500 долларов, 212 тысяч пробега, коробка автоматическая, салон алькантара, кожа, салон симпатичный. Kia 2006 года, 2-литровый дизель, 7750, комбинированный салон со вставками, коробка механическая. Renault Kangoo на железных дисках, 2008 год, 1.5 дизель, цена не указана, 235 тысяч пробега. Mazda 6 в седане, 2006 год, 2-литровый бензин, 210 тысяч пробега, комплектация простая, цену не указали.